Привет всем со стадио Nuevo Los Carmenes. Мы с нетерпением ждем начала матча. Георгий Черданцев и Константин Генич надеются, что вы не отключили комментарии. Постараемся сегодня рассказать вам что-нибудь интересное. Испанский футбол сегодня в прямом эфире. Встреча в рамках Ла Лиги Сантандер нас ждет. Гранада играет против Хетафе. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитыми мячами. Максимович. Эрнандес. Хуан Камило Эрнандес. Можно навес сделать здесь. Мяч за пределами поля. Удар от ворот. Вперед он тащит мяч. Можно подавать сейчас. Держит мяч. Ищут свободное пространство. Сольдадо. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. Мяч за боковую уходит. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Ну и пробить надо. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Пошла подача. А чуть поточнее. Чуть точнее и быть голу, конечно. Но сейчас он выше ворот пробил. Пробил хорошо, но, увы, мимо. Хороший пас. Что дальше? Максимович. И что дальше тут будет? И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Как хорошо он увидел партнера. Пройдет тут навес. Штрафной будет. Штрафную мяч подает он. Задел мяч игрока и будет угловой. Неудачный навес. Вратарь без проблем забирает мяч. Эрнандес. И разрезающий пас на ход. Можно пробить. Отлично он играет сейчас. Солдаты. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Проходит этот пас. Бьет он и сантиметров считанных не хватило, чтобы забить. В каркас ворот мяч попадает и уходит за пределы поля. Такие передачи придают атакам остроты. Теряет атака мяч в штрафной, вынос. И навесить тут нужно. Анхель Родригес. И они забивают. Начало положено. У нас есть первый гол. Вот я люблю такие мячи. Аккуратненько в угол. Я тоже очень люблю. Удар на технику, на исполнение. Прекрасный гол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Con el 15, Cucurella.
Можно что-то придумать сейчас. Хотят вынудить соперника ошибиться. Много передач сейчас делают. Забивать тут надо. Очень уверенно. А вот и гол. Они сравнивают счет. Счет снова равный. 1-1. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Судья позволяет продолжить атаку. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. Максимович. Абдулла Диаби. Эрнандес. В мяч сыграно. Без мяча они остались. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Классная игра в отборе. И за боковой мяч будут вводить. Гранада оставляет соперника без мяча. Хороший отрезок и хорошая комбинационная игра. Арбитр фиксирует офсайд, но если он и был, то очень небольшой. Шире они сейчас играют, мяч на фланге. Анхель Родригес. Максимович. Хуан Камило Эрнандес. И есть гол! Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Все верно, пора сместить акцент атаки. Очередной точный пас в его исполнении. Выбили у него мяч, кому он достанется? У команды есть еще одна минута, ровно столько добавил арбитр к основному времени. Эрнандес. Закончился первый тайм. 2-1. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. И на фланг он пасует. Анхель Родригес. Максимович. Удар есть. Вратарь ждал этот мяч и легко забирает. Как бы такая игра не закончилась потерей. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Получается у него мяч вынести. Будет угловой. Мяч летит в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Потеря. Все в оборону. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно. В общем-то, именно его гол, вот этот гол, в концовке первого тайма все изменил. И соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. С умом он мяч отдает. Надо забивать! Заблокирован удар. Хуан Камило Эрнандес. Отличный отбор мяча.
Угловой. И это шанс упрочить преимущество. Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. Подали мяч с углового в центр штрафной. Как отлично он действует и выручает свою команду. Чисто отобран мяч. Пошли последние полчаса игры. Хорхе Молина. Ждут они верный момент. Пока что хорошо держит мяч. И навесить тут нужно. И как он дальше мячом распорядится? Играет в пас команда. Пас на фланг. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Штрафную подача. Вперед идет атака. Интересно может быть. Анхель Родригес. Есть адрес для передачи. Нужно пробовать. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Самое скопление игроков. Угловой подан. Из очень непростой позиции наносил он удар головой. Защита не позволила сыграть, как хотел. Все как надо сделала обороняющаяся сторона. Так поворотом можно бить сколько угодно. Анхель Родригес. Вот если бы этот пас прошел, было бы очень опасно. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Ушел мяч к сопернику. Уверенно они в атаку идут. Нет, не дошел этот пас до адреса. Забивать тут надо. Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. Сегодня обе команды играют очень неплохо. У них здорово держится мяч. И мы уже видели несколько результативных атак с каждой стороны. Поэтому сейчас на повестке дня главный вопрос, кто же сумеет отличиться следующим. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Ну, решай же! И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. Хорошо, успешно, полезно действовал в этом матче он, но тренер его меняет. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Нет у него проблем с передачами. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Очень перспективная атака. И какая важная. Если они забьют, то наверняка победят сегодня. И выбивать надо мяч. До конца игры 7 минут. Эрнандес. Хороший пас получился. Где же удар? Не попадает он в ворота вообще. Хороший был момент. Старался пробить на технику, но не хватило точности. Совсем мало времени до конца матча. Счет равный. Ну же, давайте, вперед! И мяч переходит к другой команде. Ставит корпус, укрывает мяч.
Можно навес сделать здесь. И как он дальше мячом распорядится? Классно защитник сыграл, не дал навесить. Судья решил много не добавлять. Минуту до конца. Хороший пас на кот. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. 90 минут командам оказалось недостаточно, чтобы выявить победителя. Ну и пробить надо. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. А чуть поточнее. Чуть точнее и быть голу, конечно. Но сейчас он выше ворот пробил. Пробил хорошо, но, увы, мимо. Бьет он и сантиметров считанных не хватило, чтобы забить. В каркас ворот мяч попадает и уходит за пределы поля. И они забивают. Начало положено. У нас есть первый гол. Забивать тут надо. Очень уверенно играет голкипер. Счет снова равный. 1-1. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Самое скопление игроков – угловой кот. Из очень непростой позиции наносил он удар головой. Защита не позволила сыграть, как хотел. Все как надо. Забивать тут надо. Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. Хороший пас получился. Не попадает он в ворота вообще. Хороший был момент. Старался пробить на технику, но не хватило точности.